Более 20 теплых лыжных костюмов подарил депутат Магаданской городской думы Александр Вахов ученикам спортивной школы имени Елены Вяльбе. Каждый костюм по индивидуальным меркам. По словам ребят, одежда внутри на флисе, за счет чего в ней очень тепло и удобно. Костюм очень мне понравился, очень теплый для вот такой нашей зимней погоды. Это самое лучшее, мне кажется, самый лучший вариант одежды, так как у нас холодно бывает, тренируемся мы в зиму, поэтому костюм на флисе и очень удобно. По размерам, по цвету все супер, все классно, мне очень понравилось. В такой экипировке заниматься становится приятнее, отметили ребята. Также Александр Вахов приобрел для юных спортсменов лыжи и крепления для них. Спортсмены поблагодарили депутата и отметили, что надеются на продолжение сотрудничества. Хочется сказать Александру Вахову большое спасибо за ту помощь, которую он нам оказал. Мы очень это ценим, очень этим дорожим. Дети очень довольны и надеемся с ним на дальнейшее сотрудничество.